Говоря о проекте, который состоится, я в это верю, в сентябре 2014 года, который называется «Дары Венеции» Сергея Параджанова в моем проекте, конечно, важно вспомнить, почему этот человек так для нас важен. Думая об обстоятельствах его жизни, с одной стороны, а с другой стороны, его творчестве, которое красочно, которое фестивально, которое жизнеутверждающее, которое мудро, которое заставляет нас вспомнить и об античности, и о средних веках, и о возрождении, возникает желание отдать должное этому человеку сейчас, своими руками. И вот в этом проекте, который будет состоять из фильмов, из двух видеофильмов, где мне удалось найти людей, которые встречались с ним во время его визита, кратковременного визита в Венецию, и которые помнят его, как сейчас. Это удивительно. Эти люди расскажут о нем, о своих впечатлениях, о месте Параджанова. С другой стороны, это стеклянные объекты, потому что Параджанов любил венецианские материалы. Стекло, бусины, драгоценные бусины из муранского стекла, перья, зеркала. Все эти материалы были для него абсолютно органичны в его творчестве. Таким образом, тема дарения, тема строения, построения моста между Параджановым, нами и Венецией в этом проекте должна себя отпраздновать, можно сказать, Мы, вы, я, Венеция, венецианцы, опять-таки, через время отдаем Сергеевичу Параджанову свою любовь и ваше участие, ваша помощь этому проекту, она будет сопровождаться подарками. Подарками от меня, подарками от Венеции, подарками от Параджанова. Сквозь время. Идея краудфандинга в данном случае видится мне одной из самых правильных. Для реализации этой выставки нужны, конечно, материальные средства, потому что это создание фильмов, это создание скульптур, аутентичных скульптур из муранского стекла в стеклодувнях Мурана. Это создание 15 коллажей, который тоже состоит из множества элементов. И вот эта идея коллективного поиска денег, она, мне кажется, как никак более уместна в случае с этим проектом. И в данном случае дары становятся дарами. Поэтому искренне рассчитываю на вашу поддержку. Выставку «Дары Венеции» Сергея Параджанова отличает то, что в сущности это первая попытка соединить имя Параджанова с Венецией, где, как я уже говорила, он был всего один раз, но все его творчество можно назвать венецианским. И с другой стороны, уникальность этой выставки в том, что она будет не только соединять нас, Параджанова, и Венецию, но также Армению, Ереван и Венецию. И это, мне кажется, очень интересно.